Есть такой небольшой райончик в горах Лос-Анджелеса. И он состоит вот из огромного центрального города и вот таких небольших районов или поселков или городков под названиями такими как вот Топенга, Малибу, Санта-Моника и так далее. Вот очередной домик. Любят американцы красить их такой серый или зеленоватый цвет. Вот там дальше светло-зеленый виден. Они как-то сливаются вместе с деревьями. Смотрим дальше. Дороги хорошие здесь, конечно. Вот, но встречаются здесь в горах, встречаются, конечно, и такие залатанные. Ремонтируют также здесь лапками. И это вот в основном как бы одноэтажные дома строятся здесь. Вот редко такими каскадами получается, что двух- или трехэтажные, но как бы каскадами. Все равно на одной плоскости один этаж. Ну вот я сейчас выхожу на трассу, которая идет, соединяет или идет со стороны Лос-Анджелеса к Малибу, к океану прямо. Вот это кусочек небольшой сейчас будет этой трассы. Она как бы считается центральной трассой. Ну, утро сейчас. Сейчас, друзья, утро. Около 10 часов утра. Вот уже движение по трассе идет. Это вот магазинчик, в который я сейчас зайду. Совсем маленький магазин здесь, абсолютно ограниченное количество товаров. Печенье какое-то, вот печенье. Цен не вижу я пока. Так, ничего я не нашел в этом магазинчике для себя. Так, здесь что-то наподобие выставки, магазин-выставка или производство здесь каких-то вот фигурок. Ух, вот это да! Какой горный кристалл. Горные. Вот это вообще поражает.
воображение. Удивительное место, конечно. Скамейки под дерево, но это не дерево, это или дерево. Дерево. Ну, вообще просто поразительно. Смотрите, изделие из дерева. Скамеечки, столики. Все из дерева. Все деревянное. Уникальное место, конечно. Ну вот я так понимаю, что можно приехать сюда и заказать все это. А вот это уже под дерево. Материал какой-то, типа, я не знаю, может быть, ну не цемент, естественно. Но какой-то материал вот под дерево сделан. Чувствуется. Вот это натуральное дерево. Да. Это натуральное дерево. А это под дерево. Водопад. О, красотища. Так, здесь Будда, я так понимаю, и мелочь. Это американцы оставляют мелочь. Я не знаю для чего. Может быть, для того, чтобы вернуться сюда. Hi. Morning. Good morning. Ну что, друзья, вот и закончилась моя небольшая прогулка по Топенге, по его уголку очень интересному. И сейчас я возвращаюсь домой. Вот, кстати, старый форт стоит. Вы видите, ободранный тоже.